Всем привет, с вами Арина Мунс, и в этом видео я снимаю третью серию моего летсплея «Спасение МММ». И сегодня мы пойдем в грот на Гитрове. Я, честно, не играла здесь. Ну, вернее, на этом. Ну, в этом уровне. Первый раз играю. Так, у нас новый топорик. Карандашик с топором. Давайте нарисуем топор. Реально, ладно. Такой. Окей, бери свой топор. Блин, ну какой это тянуть. И у нас еще другой есть. Давайте пойдем по лодке вот так. Нет, снова. Нет, ну зачем тогда нам. Ой, ничего себе. Опасные знаки, но мы там пазли. Но мы их не соблюдаем. И как-то... О, много динамита. Давайте стоим подальше, чтобы не подорваться. О! Ну, подсказки. Если ты хочешь взорвать весь этот динамит, тебе потребуется сделать бенефитиль. Окей. Давайте нарисуем или бенефитиль топором. Или как там? Ну ладно, давайте топором. Потому что я хочу топором. Ну, в смысле, что топор нарисуем. И это наш будет фитиль. Так, пойдем сюда. Так, рисуем топорик. Он идет туда. Давай еще топорик. Блин, я его взяла. Окей, тогда пробуем. Чтобы быстрее его поломать. Нет, это не ломать. Так, рисуем топор, осторожно. Блин, я его уже взяла. Давай. Ладно, я поставлю пока что видео на паузу и сделаю фитиль. Ладно, давайте все это подожжем. Окей. И что? Блин, это не работает. Вот. Блин, не знаю. Ладно, тогда давайте делать фитили из рубленых деревьев. Да уж. Ладно, я сейчас сделаю этот фитиль. Так, ладно, давайте поджигать.
ходит. Чё? Блин, а как так? То есть она не переносит пламя? Блин. А как тогда делать? Это что такое? Стойте, давайте. Может, если мы вот сюда вот, вот так вот идем? А, вот сюда мы еще можем идти. Вот так. И что, здесь мы так делаем? Да оно ломает все, я не знаю как. Ладно, давайте я ставлю на паузу и додумаюсь или что. Короче, смотрите, я заметила, я узнала, что если мы повалим вот это дерево, то блядь, там выйдет тролль. И мы вот каким-нибудь образом должны вот это убить. Вроде что не подольше. Вот так. Ай, ну да, что ему рубить? Иди оттуда! Да он нас убивает за считанные секунды, блин. Ладно, я попытаюсь еще что-нибудь сделать. А, я его пытаюсь убить. Блин. А. Ё-моё. Быстрее. Ага. Всё. Блин. Боже, это блядь, как он подойдёт. И включаем огонёк. Ещё. Он меня сейчас убьёт. Блин, ну ладно, я не знаю. Хорошо, еще. Короче, я быстро перешла сюда и подожгла мост. И я надеюсь, что он теперь сюда не придет. Ну хотя, может, мы и ухудшили вообще. Ой, да ну вы офигели. И чё? О, так я разблокировала уровень. Хорошо. Ты разблокировал высший пилотаж. Ну, продолжим. Давайте я это уже в следующей серии продолжу. Да, я знаю, получилась немножко коротенькая серия, но все же мы долго проходили этот уровень. Так что, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А с вами была Арина Мунс. Пока-пока!